газ нет в этом здании. Located for another site. I'm sorry? Apartments is located for other side of building. Располагается с противоположной стороны. Чтобы было понятно. Везде дорожечки. Двухбедренные апартаменты. Показывают нам первый этаж, но доступно будет и третий. Это стол. А здесь кухня маленькая, здесь стол будет стоять. Кухня получается немножко маленькая, но удобно на самом деле здесь. Газовая плита. Шкафчики. Посудомойка. Холодильник. Шкафчики при входе можно положить, что-то кухонное. Посуду, например, можно сюда выложить, да, как раз. Да. Угу. Это у нас ванна. Ванзин чуть-чуть, может быть, побольше наших. Нашей ванны чуть-чуть побольше. Здесь лучше, чем у нас ванна. Да. При входе шкафчик у нас. Шкафчик. Да, комнаты получаются небольшие. Небольшие, так тоже. How many square feet in this apartment? This is 800. 800. Uh-huh. 800 square feet. It's cost 700 and so forth, yeah? Yep, this is the price, 704, yep. Mm-hmm. Конкретно вот эти у нас апартменты. And you have the similar on the third floor to end of this month. Mm-hmm. Mm-hmm. Yep. Okay, let's go to another. Зин, пойдем? Или еще будешь смотреть что-то? Фуксуалю. Да, больше нравится. Здесь лучше апартамент. Ну, 800 получается квадратных здесь метров. Комната, в принципе, побольше, чем вот это, да? Да. Здесь можно поставить и диван, и столик поставить. И девочки могут спать на кровати. Ну да. Здесь много места. Получается, что она где-то меньше, чем наша зала, получается, да, чем наша гостевая в два раза. Но в принципе, то есть там и вторая, да? Нормально. Окей, гуд. Окей, ничего. И это у нас получается первый этаж. Грубо говоря, вот, будем ждать, когда освободится тогда третий этаж. Уточним так. Вот с этой стороны, на каком-то из этих третьих этажей, будут располагаться эти апартаменты. Очень неплохо, здесь зелень будет все лето, так что, по-моему, шикарно. И более тихая сторона. Комплекс Камелот. Первые апартаменты, которые будут доступны, ближайшие, это 25 мая. Вот этот вот билдинг. Третий этаж. Выход на север. И рядом располагается лизинг-офис, а соответственно парковка будет располагаться с этой стороны.
следующие апартаменты, которые будут доступны приблизительно вторая неделя июня, это страна, которая выходит туда, тоже третий этаж. Апартаменты, которые упустили, две ванных, две спальни. Вот он бассейн, вот оно здание, а окна выходят на противоположную сторону, то есть вот сюда. Третий этаж. И открываться будет вот такой вид. Ну, естественно, тут деревья. И еще одни апартаменты, которые будут доступны 14 июля. Выход будет вот на эту сторону. На гараж и на парковку. Но здесь относительно все тихо. Бассейн находится за углом, буквально вот здесь за гаражом располагается бассейн.